Собаки лучшие друзья человека, ведь благодаря своему чутью выносливости и особенному характеру они органично вошли в нашу жизнь, но к некоторым породам двояко отношение так люди делятся на две части тех кто любит питбули и понимает что это замечательный песик и тех кто видит в них только собаку-убийцу, первая часть общества. Уже довольно долгое время пытается переубедить вторую часть рассказывая самые ужасные истории об этих животных все это связано с историей пародии. Так питбули использовали для собачьих боев и псов с раннего возраста обучали драться. Собака становилась агрессивной и жестокой. Но на деле характеристики породы таковы, что из бультерьера реально воспитать отличную сторожевую собаку. Дентилеры относятся к категории людей, которым нравятся питбули, и они не считают их агрессивными. Однажды он выложил у себя на Facebook фотографию со своим любимым песиком, Эйди, а на следующий день случилось нечто ужасное. В его дверь постучались полицейские, потребовали, чтобы он передал песика. Им оказалось, что законы Мичигана, а именно там, где живет Ден, запрещают заводить питбули, и поэтому полицейские забрали Эйди. Но Ден не собирался сдаваться. Парень перечитал законы и поднял рода слова своего пса. Оказалось, что Эйди не является чистокровным питбулем. В Песике оказалось больше породы американского бульдога, а их законы Мичигана не запрещаются держать. Ден тут же помчался за своим другом, а в полицейском участке. Выяснилось, что действия представителей правопорядка были незаконными, они не имеют права определять породу собак на собственный субъективный взгляд это должна подтвердиться родословной. Теперь Эйди вернулся в семью к Дену, и они снова счастливы только неизвестно сколько собак забрали у хозяев которые не могут подтвердить что их собака смесь питбуля и другой пародии. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.